воскресенье в Самарской области небо будет пасмурным с прояснениями, местами осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем 0 плюс 3 градуса, ночью минус 1 минус 3. Ветер преимущественно юго-западного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 3, ночью минус 3 градуса. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, температура воздуха днем плюс 3 градуса, ночью минус 1. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 1 градус, ночью минус 3. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.